По инициативе губернатора Андрея Воробьева в Московской области работает программа по поддержке предпринимательства. Она помогает развивать регион в новых экономических условиях. Особенно актуальными стали электронные услуги, которыми могут пользоваться как начинающие, так и опытные бизнесмены. Мы стараемся их сделать удобными. На платформе с мобильного телефона ты можешь претендовать на получение земли, а 35-40% обращений предпринимателей – это как раз предоставление участка земли для того или иного бизнеса. Ну и все, что связано с поддержкой. В качестве дополнительных мер по развитию запущен сервис «Открой свой бизнес» на первых-вторых этажах многоквартирных домов. На интерактивной карте разместили 200 объектов от крупных девелоперских компаний. Таким образом, предприниматели могут выбрать помещение для покупки или аренды. Буквально с 1 августа правительство Московской области заключило соглашение с крупнейшими застройщиками по области. И теперь они предоставляют первые и вторые этажи многоквартирных домов под развитие бизнеса. Сейчас это очень востребованная услуга. С 1 сентября расширят ассортимент услуг вплоть до того, что можно будет через одно окно оформить согласование фасадной рекламы, информационных стендов, аренды и покупки. Также в регионе действуют три услуги по предоставлению площадок для бизнеса. В их числе земля за 1 рубль и земля без торгов. А еще в июле этого года запустили новый электронный сервис «Недвижимость для субъектов малых и средних предприятий за 1 рубль». В Одинцовском округе подобные услуги нашли спрос у предпринимателей. Могу сказать, что вот по поводу аренды за рубль, да, у нас были компании, которые оформляли это. Сейчас мы продвигаемся вперед, они с нашей поддержкой двигаются дальше. Надеюсь, скоро-скоро мы уже увидим строящийся завод на земле за рубль. С появлением электронных услуг предпринимателям стало удобнее отслеживать не только данные программы, но и найти субсидии, гранты, а также полезные форумы и обучающие семинары. Все доступные бизнесу предложения можно посмотреть на инвестиционном портале Подмосковья. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».